Всем привет, дорогие друзья! Канал «Покашеварим», и сегодня мы за рулем, потому что мы отправились в небольшое путешествие по Новой Риге, чтобы попробовать, ну, не легендарный, но такой скандально известный хлеб от известного бывшего или в настоящем мультимиллионера-миллиардера Германа Стерлигова. Он печет дорогущий хлеб, какой-то весь из себя свежий и эко. Короче, кто знает Стерлигова, те, наверное, прекрасно понимают, что довольно такой эпатажный персонаж. Соответственно, он должен выпекать эпатажный хлеб. Ну, он и так эпатажный, потому что он стоит даже по денег. Я просто запасы, у меня там в кошельке лежит с запасом нормально, чтобы хватило на хлебушек. У него несколько точек. Сейчас мы едем на Новую Ригу, закупимся хлебом и дома уже снимем полноценный обзорчик на его еду. Такие дела. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно, смотрите обзор до конца. Мы доехали, короче, до Германа Стерлигова, где-то километров так 15, наверное, от Москвы. И вот оно, заведенница, на нас смотрят люди из окон. Хлеб и пиво, Герман Стерлигов и сыновья. Каких-то надписей, кстати, о том, что там запрещено нетрадиционные ориентации заезжать, нету. Это я в интернете начитался, может, это вообще какой-то фейк. Пойдем посмотрим, что внутри. Зато написано, что содомитом вход воспрещен. И, кстати, вот сейл, распродажа, студеный квас из Слободы Германа Стерлигова. Как там все устроено. Перерыв 2 минуты. И вот, и мы упираемся в перерыв 2 минуты. Сейчас пойдем посмотрим. Слушай, вот раньше, кстати, выглядело все гораздо помпезней. Не знаю, сфокусируется. То есть была большая надпись, и я ее помню. Сейчас как-то все стало поскромней. Все еще дверь закрыта. Я не знаю, связано это с нами или не с нами. Сейчас я попробую позвонить. Он открыт, везде. А, там просто что-то перерыв 2 минуты, мы уже минут 10 ждем, он закрыт. Что-то случилось там, видимо. Ну, когда девушка отошла. А, все. Там а, все, хорошо, ладненько, подождем еще. Спасибо. Похож, кстати, на Германа Стерлигова. Не, он тоже. То есть люди подходят реально и уходят, потому что закрыто, понимаете. То есть эта точка пользуется популярностью. То ли тут кто-то закладки оставляет, то ли хлеб действительно вкусный, не знаю. Ну, ждем, ладно, что делать-то. Вроде открылись они. 10 минут прошло. И даже есть пиво. А? Нельзя снимать у вас? Нельзя. А чего? Собственник не дает разрешения снимать. А, окей. А купить-то можно будет? Купить вы можете, но снимать. Хорошо, мы не будем, да? Привезите дрова, мы вам разрешим снимать. Ну, в общем, поснимать нам не разрешили. Я, честно говоря, проявил уважение к Герману Стерлигову и его супруге. Не стали мы настаивать на съемках. Тем не менее, набрали кучу всего разного. Попробовал я уже хлеб, который нарезали. Его же мы взяли сейчас дома, распробуем поподробнее. И вам могу сказать, очень вкусный хлеб. 4500 рублей я отдал за эти два пакетика. Сейчас мы доедем до дома и все попробуем. И пивка даже взял себе. Елки, хоть я не особо пью. Поехали домой. Мы уже дома. Честно говоря, вот приехал домой, пока ехал, и я понял, что у меня есть какой-то осадок. Ну, вот эта вот тема, которую озвучил Герман, типа, привезите дрова, мы вам разрешим снимать. У меня есть ощущение, несмотря на то, что есть попытка быть как бы ближе к народу, ближе к природе, оно автоматом как-то отдаляет. То есть как бы есть Герман Стерлигов с его клиентами, которые покупают хлеб задорого, а есть как бы мы, челядь, которая, во-первых, не может себе позволить есть такой хлеб, пить такой квас, это, ну, мы про цены сейчас поговорим. Вот это ощущение, оно все равно где-то есть. Я ни в коем случае не критикую, то есть, ну, имеет право человек иметь свою позицию, безусловно, на тему съемки и так далее. Но все-таки, наверное, я отношусь к этому скорее негативно. В общем, всего мне обошлось 4582 рубля. Хлеб формовой 1 килограмм, а вот он, хлеб формовой стоит 690 рублей. Хлеб ржаной, он же тоже формовой, естественно, 490 рублей стоит. Квас 200, пиво 800 рублей стоит вот этого Стерлигова. Я серьезно, я в кадре не пью, я против алкоголя, вас призываю не употреблять, но я попробую, сука, пиво за 800 рублей. Молоко коровье 250, пихтовый напиток 200, Бутерброд с красной рыбой 250. Бутерброд с жареными молоками лосося 150 и колбаса говяжья 752 рубля за наш вот этот самый вот кругляшок. И вареники еще, вареники. Я уже вскипятил воду, сейчас мы жарим колбасу, варим вареники и пробуем все сразу и все вместе. Я солю воду. На варениках нет абсолютно никакой информации, ну, во-первых, сколько хранится, из чего состоят, и как варить и так далее. Ну, более-менее очевидно, мы знаем, сколько варить вареники, вот. Выглядят они очень прикольно, то есть тут какое-то желтое тесто, смотри, такое ржаное, что ли, очень аккуратные защипы, то есть все это ручная работа, выглядит действительно здорово. Ну, у меня нет сомнений, что они очень хорошо наполнены за свою-то цену. Закидываем варенички. Прям чувствую, как прям вот тут полтишочек, 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 смотри, а? Какой же я зануда. Буду про деньги, видимо, много сегодня говорить. Вот колбаса. Она у них замороженная, но она уже подразморозилась, пока мы ехали. Сейчас на небольшом огне я ее поджарю еще дополнительно. Плюс она, естественно, разморозится. Я буду это делать под крышкой, чтобы влажность создавалась до готовности. Давайте начнем с вареников. Картофель и лук. Вот такие вот вареники. Видно, что тесто необычное, да, то есть клейковины явно меньше у этого теста. Ну, то есть оно довольно просто разделяется. Внутри начинки, да нормально, то есть вареники как вареники, ничего особенного. Разве что необычное тесто. Просто хороший продукт, хорошие вареники, аккуратно сделанные, вкусное довольно тесто, хорошо посоленная начинка, хорошая картошка используется. То есть сказать что-либо, там каких-то восторгов нет. Ну, то есть я, конечно, могу быть неправ, я прекрасно знаю там отношение того же Стерлигова к магазинным продуктам. Сейчас бабе толку от мужика, который не может накормить свою семью. Зачем он нужен, этот мужик? Если мужик даже зарабатывает в Москве деньги, но идет и покупает все эти отравы, то он не кормит, отравит свою семью. Но все-таки я буду сравнивать, да, у меня канал немножко, ну, я бы не сказал, что у меня канал рассчитан на какой-то там миллионеров, которые могут себе позволить вареники за 600 рублей, но если его сравнивать по вкусу, то вареники с картошкой и луком, которые вы купите, я не знаю, там, от Ильиной, от Палыча, ну вообще будут ничем не хуже. Я не исключаю, что мука, которая используется на производстве, и мука, которая используется здесь, совершенно две разные муки из разных пшениц, и вообще там не пшеница, а здесь пшеница и рожь. Возможно. Я буду судить, исходя из, скажем так, своих среднечеловеческих вот понятий относительно продуктов. Вкусно, хорошо, но адски дорого. Но при этом вкусно и хорошо. Я бы это с удовольствием доел. Вот. Что касается колбасы. Колбаса вообще за облачных денег стоит. Да? Килограмм. Давайте за килограмм. 2500 рублей за килограмм колбасы. 2500 рублей. Сколько сейчас стоит хорошее мясо? Тут опять-таки, что такое хорошее мясо? Да? Вот сколько стоит хорошее мясо? То мясо, которое выращивается массово, понятное дело, антибиотики, фиготики, там, откорм и прочее. Понятное дело, да? То мясо, которое само родилось, само выросло и превратилось в колбасу от Германа Стерлигова. Ну, во-первых, я не уверен, что оно само действительно так сделалось, как он везде говорит, что там, типа, это... как Бог придумал, так оно вот и должно расти. Не факт. То есть, ну, скорее всего, животных лечат, скорее всего, животных как-то кормят. Они не сами, скорее всего, ходят там, до того момента, как они выросли, а потом такой Стерлигов поймал там и приготовил колбасу. Скорее всего, нет, какие-то загоны все равно существуют. Ну, как-то так. Это же тоже, опять-таки, не придумано кем-то свыше, вот в загоне хранить животное до превращения его в колбасу. Пахнет вкусно, в принципе. Иди сюда. Колбаска такая, смотри, внутри структурная, прям, ну вот, класс. Краковская только от Стерлигова. Я утрирую, конечно. Ну, действительно, вот смотри, прям говядина, прям вообще все как надо. 752 рубля мне этот кругляшок обошелся. Вообще ни разу не самая вкусная колбаса. Ну, то есть я дома кручу иногда колбаски, и ты знаешь, вообще не хуже получается. Но опять-таки, да, мясо плохое, мясо не то самое. Но это весьма съедобно, то есть как бы чувствуется, что это мясо. Как по мне, так суховато, то есть, ну, не хватает жирности внутри этой колбасы. Нормально, мне жирности своей хватает, так что тут не мне на эту тему рассуждать, ага. И вообще не мне критиковать мультимиллионера Германа Стерлигова относительно его еды. Так что заткнись, пока шеварим. Ой, ладно. Вот это действительно хочется запить. У нас тут два вида кваса. Мне сказали его не трясти. 21 ноября и 27 ноября. Один покислее, второй послаще. Квас хлебный и квас зерновой. Вот, давай попробуем. Так, один вот пшикнул. Ить. А второй что-то поменьше пшикнул. А этот аж убежать хочет. Так, вот этот, в общем, зерновой. Смотри, внизу. Я не знаю, что это такое. Это просто осадок или это дрожжи вообще? Он все газируется и газируется. То есть вот он прям характерный. Давай сразу лить в мои неправославные стаканчики. Так, а вот этот вообще не газированный практически. Хотя нет, тоже газики присутствуют. Ну, давай отведаем. Запах обалденный вообще пошел. Очень вкусный. Просто обалденный квас. Это квас, к которому мы, естественно, все не привыкли, потому что везде продают ржаные вот эти коммерческие квасы. И цвет натурального белого кваса для нас непривычен. Очень плотный хлеб. Оба! Вот он какой. Такой простой. Так, ладно. И давайте вот этот ржаной, да? Ржаной прям плотный-плотный. Плотный-плотный. Как бородинский. Вот мы привыкли. И внутри он прям вот таким вот куском. А этот более рыхленький, да? Смотри, но при этом внутри, то есть снаружи у него корочка, а внутри он мягкий и такой... влажный, то есть структура хлеба прям вообще обалденная, обалденная. И этот вообще чем-то, вот я не знаю, на кулич какой-то похож по консистенции. Хлеб за 700 и за 500 рублей, напоминаю вам цены. Вот этот батон стоит 700, ага. Очень вкусный хлеб на самом деле. Попробуем ржаной. Слушай, есть даже ощущение, что он как будто немножко недопечен внутри. Ну, типа как брауни, знаешь, шоколадка. Хотя не, нормально. Это просто очень хороший хлеб. Я не знаю, что. Я, наверное, просто... Я просто до этого не дорос. Ни финансово, ни морально. Чтобы какие-то эпитеты слагать хлебу. Вообще допустить себе хотя бы намек на то, что это плохой хлеб, я абсолютно не могу. Абсолютно идеальный, классный, вкусный хлеб. Внутри влажность, наружу корочка. Чувствуется прям натуральность. Все вот это вот да. Но восторгать... То есть, если бы этот хлеб стоил в магазине, ну окей, он... 700 рублей. Если бы он стоил в магазине, ну там, я не знаю, ну даже... Ну, там в 3-4 раза дороже, чем обычный вот какой-нибудь дарницкий там, да, хлеб. Конечно же, ну, наверное, я бы себе иногда покупал. Особенно, если бы я захотел какой-нибудь квас там приготовить. Вот из этого хлеба прям отлично бы все получилось. Мы это проверили. Вот. Ну, а за такие деньги, но при всем уважении и понимании того, что определенно есть спрос на эти товары, то есть, ну, я вам отвечаю, в магазине, вот пока мы там были, пока ждали вот эти 5 минут, там 2 минуты, пока мы там что-то повыбирали, я вам отвечаю, вот за эти вот 7 минут там затарились Три, да, по-моему, Дим, человека? 3 человека. И каждый оставил там в районе 5-10 тысяч рублей. Мужик перед нами купил пиво на 5-ру. Мы его попробуем, кстати. То есть, заехал, затарился пивком, понимаешь, сел в свой С-класс и поехал дальше в какое-нибудь село Новое Архангельское. Пить это пиво. То есть, ну, определенно аудитория есть, но это не народная тема вообще. Идеология Стерлигова, она правильная. То есть, понятное дело, что это очень круто кормить своих детей вот таким хлебом, такими офигенными варениками натуральными, делать вот такой вот квас. Мне кажется, он даже немножко мне в бошку сейчас дал. Это все правильно, но в современном мире вот не можем мы себе этого позволить. Если вот эта продукция будет стоить там, в 3-4 раза дешевле вся, я готов буду за нее платить, чтобы кормить детей там действительно хорошим хлебом. Ну, буду готов, да, постараюсь зарабатывать на нее, понимаешь, но на данный момент позволить себе эту продукцию может только зажиточный класс. Я ни в коем случае не виню в этом Стерлигова. Я скорее виню как-то общую сложившуюся ситуацию, что мы сейчас вынуждены, там есть какие-то суррогатные истории, не знаю, там сыры из хрен пойми чего, хлеб с хрен пойми чем, понимаешь, пить квасы, которые тоже непонятно там, с какими консервантами. Ну, это, конечно, хреново, но это настолько же хреново, как и хлеб за 700 рублей. Вот прям из одной категории проблемы. Это полная жопа, хоть и вкусно, и там полная жопа, хоть и дешево. Как бы вот эту дисгармонию, вот как-то объедините, чтобы оп, и везде был хлеб. Вот серьезно, мне кажется, я не знаю, как в детстве в моем, сколько у меня... Детство было 25 лет назад. Нет, 30 лет назад мое детство было. Вот у меня ощущение, что раньше вот был такой хлеб. Серьезно, я сейчас вспоминаю вот этот вкус, вот эту влажность. А сейчас такого нет хлеба тупо вообще нигде. То есть раньше пекли вот так вот и хватало там на всю страну. Сейчас пекут черт что. Пару хлебокомбинатов осталось, где вот иногда мне попадаются эти батоны. Какой-нибудь там Дмитровский, Цурюпинский хлебокомбинат. Вот там офигенный хлеб еще. До сих пор его можно найти. Хотя и Щелковский хороший вроде, со знаком качества. Слушай, колбаса, вот я гоню, а. Вкусненько. Слушай, давай попробуем вот этот вот странный напиток. Знаешь, как он называется? Пихтовый напиток. Пихта — это хвойное растение. А ну? Не, что-то не особо он. Ё-моё. Прям реально я сейчас на мгновение оказался в бане в какой-то, в парной, где человек развел водички, туда добавил настоечки пихтовой или можжевеловой и бахнул это все на камушке. Аромат офигенно хвойный. Так. Я извиняюсь за мои стаканчики такие, но а что делать? Так, ну что, эта штука стоит у нас по чеку. По чеку такая штука стоит 200 рублей. 200 рублей. И меньше раза в 3, чем квас. А, в 2 раза меньше, чем кваса. Но те же 200 рублей. Чуть-чуть, кстати, газированный. То есть, видать, он подбраживает. Я не понимаю, как этот... очень необычный вкус. Это вкусно. Это вкусно. То есть, вот... Я бы не сказал, что ощущение, что ты съел вот эту вот автомобильную вонючку, елочку, но как бы на выдохе, да, вот ощущение прям хвои. Ощущение, что ты разжевал кору какого-нибудь хвойного растения. Или можжевельник — это не хвойный, Дим? Ну, запах хвойный прям, да? Надо почитать про можжевельник хвойный, блин, что. Но люди скорректируют в комментариях. В общем, довольно необычно. Попробовать это любопытно. Вкус прикольный. Надо будет летом коры настрогать, попробовать тоже что-нибудь такое замутить настоечку. Но вообще вкусно. Вкусно, чуть-чуть газировано, сладенько и очень-очень-очень хвойно. Ну что, вот у нас осталось пиво и молоко. Молоко и пиво. И в какой последовательности... выпить я не знаю, мне кажется, мне терять уже нечего. Любая последовательность в любом случае может сказаться как-нибудь на мне весело. Вот. Стерлинг бир, смотри, стерлинг бир. Пиво на закваске без дрожжей, круто. Непастеризованное, солод собственного производства, хмель дикорастущий. Сварено на живом огне. Вот это, кстати, еще отдельная фишка, видимо, и хлеб, и все, что он делает, делается на действительно там в печах. Ну, то есть, ну, даже судя по тому, что он сказал мне по телефону, Герман, что типа привози дрова и снимай сколько хочешь, баш на баш, типа такого. Ну, видимо, они действительно там не в электропечах это все выпекают, а в таких печах. Это тоже дополнительно как бы создает антуража натуральности и немножко оправдывает цену продукту. Вот. Не окончательно, но немножко да, все-таки. Давай вскроем пивчанское. Я по пиву не очень серьезно. Я пиво не люблю. Чтобы мне пиво понравилось, оно должно быть изумительно вкусным. Очень вкусный запах, кстати. Я дико извиняюсь перед зрителями, что как бы алкоголь я пробую. Я, в принципе, против алкоголя, как я и говорил. Но, тем не менее, попробовать этот продукт хендмейд я должен. Тем более, что он стоит. Сколько это пиво? Мне кажется, самое дорогое, что мы сегодня купили. Пиво 800 рублей стоит. То есть, вот это вот. 0,5 стоит 800 рублей. Светлое, нефильтрованное. 800 ре. Честно, какая-то горькая муть. Вообще все пиво это горькая муть, а это какая-то безвкусная горькая муть. Я не знаю, конечно, но так бездарно 800 рублей я не просирал очень давно. Абсолютно невкусное пиво, которое, ну, ощущение даже, что это не пиво, а газированная водичка со вкусом, с горьким вкусом хмеля и небольшим ароматом хлебным. То есть, ну, вообще не. Вообще нет, ребят. Абсолютно мне не понравилось, сколько бы оно ни было натуральное, оно невкусное. Вот квас, он офигенный. Квас офигенный абсолютно. А пива нет. Ладно. Хорошо. А, у нас еще бутербродики с рыбой. Молоко. Недавно у нас был обзор на Family Friend, доставку, и там было фермерское молоко. У меня еще в памяти это все осталось. Давай попробуем. Бедные фермеры. Кстати, у него в магазине не все он производит. То есть он там делает квас, ну то все, что связано с хлебом, пиво, квас и бла-бла-бла. У него есть еще свое молоко. Вот типа это его молоко прямо из-под коровы, ручной отжим, да, без механизации. Вот. Есть также сыры, но сыры привозят там кто-то другой, какой-то молочник. Плюс, ну, как-то вот так вот. Есть, в общем, фермеры, которые что-то привозят ему реализовывать. Есть его продукция, которую он реализовывает. Вот так это все и устроено. Причем, что странно, у него же есть еще этот тесть, зять, точнее, он тесть сироты, да, который сыры тоже по Новой Риге делает. Сыров сироты почему-то в магазине Стерлигова нет. Я не знаю там их взаимоотношений. Ну, как факт, как бы не продает сыры своего родственника. Слушай, но оно отличается. Оно очень сильно отличается от того фермерского, что мы пробовали в обзоре. В обзоре Family Friend там была малинки, по-моему, да, ферма. И там молоко было менее вкусное. То есть там молоко было ближе к магазинному, но жирнее. А это молоко по вкусу другое. То есть оно... Вот оно действительно меня возвращает в детство, когда мне бабушка давала бидон. И я шел на край нашей деревни к другой бабуле, которая мне наливала молоко из большого бидона. Я платил денежку и нес домой. Вот это молоко ровно такое... Из того бидона, который я носил по указанию бабушки. Кстати, в те же времена я и перестал любить молоко, потому что в моей жизни молока было очень много. В том числе вот эти все последствия, видимо, связаны с тем, что я перепил жирного свежего парного молока. Как факт, очень вкусное молоко, которое стоит, блин, 250... Ну, кстати, типа не шокирует. Не шокирует. Вкусное молоко, пожалуй, да. Прям, да, вместе с квасом. В общем, вот все, что вот в таких бутылках, они, видите, в одинаковых бутылках, да? Вот что в таких бутылках брать можно, что в каких-то других бутылках взять можно, но если вы просто зажравшийся хрен, который хочет можжевеловых корочек ощутить у себя во рту. Так, и два бутерброда. Сколько стоит бутерброд? Я уже боюсь посмотреть даже. 250 и 150 рублей. А, ну на том же самом хлебушке, да? Пожалуйста, это молоки оленя или кого, или лося. А это рыбка. Ну, просто бутерброд с красной рыбой. Вот он. Как в театре, блин. Кстати, красная рыба и темный хлеб я еще ни разу не пробовал. Просто лосось. Просто молоки. Да, попробуем и то, и другое. Лося, дебил. Лосося. Это рыбные молоки. Я реально пошел гуглить сейчас. Ну, то есть, молоки рыбы это, ну, как сказать, в общем, не за столом будет сказано, окей, я понимая это, пошел искать, как же у лося это может выглядеть. И понял, что у лося, видимо, как-то, ну, это обычные там семенники называется, вот, а у рыбы это называется молоки, то есть, ну, другими словами, это... жидкость для размножения. Вот, понимаете, да? Мужские прибабахи рыбы. Ну, хрен знает, это как чипсы. Продать одну картофельную по цене килограмма, продать бутербродик по цене большого, сочного, мощного бургера. Давай попробуем. Странный, адски непривычный вкус. Не самый любимый мой субпродукт, окей, но хлеб при этом продолжает оставаться вкусным. А здесь чисто такой лососек уже. Тут я с лосем не перепутаю никак. Очень круто сочетается с этим хлебом. И с большим количеством сливочного масла, явно тоже хорошего. Очень вкусно. Гораздо вкуснее, чем рыбьи семенники на хлебе. В принципе, то, что сегодня я вот попробовал, я довольно сытно себя сейчас ощущаю. Поесть еще вареников, закусить это все колбаской, хоть и сухой такой. Съесть вот этот бутерброд с вкусной красной рыбой и с хорошим хлебом. Это все круто. Нет, это все круто, ребят. Я вообще никак не пытаюсь никого переубедить. Возможно, просто я еще не дорос до... этих стоимостей. Да нет, не то чтобы я не могу себе там, не могу себе позволить купить этот хлеб. Могу себе позволить, ребята. Но проблема в том, что я не хочу себе позволять. То есть я не созрел настолько, чтобы получать как бы обычный, но качественный вкус за огромные деньги. Да, вот такая вот я современная мегаполисная гадина, что я... готов покупать там хлеб в пятерочке и готов пить квас, покупая его 2 литра за 200 рублей, живой квас, например, этот «Царские припасы». Он тоже очень вкусный, он вообще не хуже, чем эти квасы по натуральности и по вкусу. Но учитывая объемы производства, они позволяют себе продаваться дешевле. Тут же все-таки создается, ну, полная иллюзия быть ближе к земле, ближе к народу, при этом одновременно максимально удаляясь от этого самого народа. Это такой вот еда Германа Стерлигова, и напитки, и хлеб, и все остальное, это раздражающий фактор, который нам дает понять, что твою мать, мы живем в отвратительное время, где людей готовы кормить отвратительной порой едой. И вот это качество, оно является каким-то катализатором вот таких мыслей. И у меня возникает мысль не то, чтобы я хочу вот это есть, там, заезжать к Стерлигу, там, вот это покупать. У меня вот не возникает таких мыслей абсолютно. У меня возникает мысли, твою мать, и вот все. Ну, по большому счету все. Ну, как так-то вообще? Ну как так-то? Почему я не могу вот такое молоко пить вкусное? Почему вот этот квас у меня другой, а не такой вот в магазинах продается? Для меня этот обзор грустный. У меня нет никаких претензий к Стерлигову за цены. Да, серьезно, нет. У меня есть претензии к современному миру, что мы ушли от этого и пришли к тому, что это вот, приходится покупать. Ну, серьезно, людям приходится покупать вот эту вот сраную колбасу, там, сделанную с фосфатами, фигатами, с чем угодно, понимаешь? Вот людям приходится это покупать, потому что если ты будешь делать натурально, вот как по практике показывает, это будет стоить адски дорого. А люди не могут себе позволить. У нас бедные люди. Нет, у нас есть богатые люди. Вот те 4 чувака, которые покупали со мной в магазине Германа Стерлигова и уехали жить в свои коттеджи. Вот эти люди, пожалуйста, у них нет проблем. Есть Азбука вкуса, Герман Стерлигов, да и все прекрасно. Вот. А про простые люди, вот, пожалуйста, вот, ребят, посмотрите и давайте сядем с вами вместе вот так вот у камина и будем смотреть дальше Киселева. Сядем, Киселева, Соловьева, вот все вместе. Вот сядем и будем смотреть, как у нас все отлично и все хорошо. Какое у нас охеренное импортозамещение везде. Просто обосраться. Пармезаны свои делаем вот так вот на раз. Тут даже не про импортозамещение тема, понимаешь? Это хлеб. Почему такой хлеб мы не можем есть в магазинах? В общем, вот такие мысли. Естественно, как вывод о еде, это качественно, это не всегда вкусно, но в целом это вкусно. Но это, сука, очень дорого. Я в печали все, ребят, я впал в депрессию. Пишите в комментах, что вы думаете вот на эти темы, на которые я рассуждал. Всем пока. Ну вот реально, да, вот тут, не знаю, заплатить им фермерам или кто, ну вот пекарям, да? Вот кто откажется из пекарей выполнять какой-нибудь госзаказ, чтобы вот такой хлеб возить, например, в Пятерочку в ту же? Вот кто откажется? Никто не откажется, блин.